Врачи пытаются спасти жизнь малыша. Он появился на свет в результате тяжелых родов. Мальчику всего несколько дней. Он родился 20 мая в Центральной городской больнице Южно-Сухокумска. Учитывая тяжесть состояния малыша, после очных консультаций с врачами Дагестанского центра медицины катастроф с подключением профильных специалистов Минздрава региона было принято решение о его транспортировке на дальнейшее лечение в Махачкалу. Так как эвакуация новорожденных детей имеет свои особенности, для перевозки привлекли вертолет Центра медицины катастроф. Во время полета на борту малыша сопровождали врачи службы санитарной авиации. Полет прошел в штатном режиме. Ребенок находится в отделении реанимации Республиканского перинатального центра. Врачи прикладывают все усилия, чтобы спасти тяжело больного малыша. Ребенок при рождении перенес токсию острую. Учитывая, что в больнице в Южно-Сухокумске нет условий для оказания помощи, нет условий для выхаживания таких детей, было решено транспортировать ребенка на вертолете в Махачкалу. Значит, перед транспортировкой ребенок был интубирован и переведен на искусственную вентиляцию легкую. Дорогу перенес относительно стабильно. Сейчас едем в перинатальный центр.